Дорогие друзья, активнее встречаем байкерский клуб «Самоназванные братья» во главе с вице-президентом Александром Казаком. Мы находимся на стадионе «Металлург», город Видное, Московская область, откуда свою победоносную историю ведет мотобольный клуб «Металлург» с 1972 года, который является убежденным чемпионом, обладателем титула 30-кратный чемпион России и СССР, 13-кратный чемпион Европы. Более 10 лет мы уже поддерживаем дружеские, теплые отношения с клубом «Металлург», потому что «Металлург», невзирая ни на какие погодные условия, выходит на поле. А самоназванные братья выходят на дорогу, несмотря ни на какие погодные условия и время года. Для нас нет такого понятия, как сезонность, поэтому летом мы передвигаемся на двухколесном транспорте, зимой, в так называемой межсезонье, мы ездим на трехколесных Уралах и Днепрах. Нет, из клуба никто себя не пробовал. Это большая опасность и большая ответственность, конечно. Видя, что ребята творят на поле. Пробовали выезжать на своих мотоциклах на поле, так чуть попинать мячик, но успехом это не окончилось, потому что мяч очень тяжелый, большой. Поэтому те ребята, которые играют в Винницком «Металлурге», и вообще все, кто играет в мотобол, это профессионалы и по вождению мотоцикла, и тем более по игре в мотобол. Это технический вид спорта. И, по моему мнению, сейчас вы видите, сколько стало автомобилей. По моему мнению, что вот спортсмены, мотоциклисты, они, как правило, очень здорово ездят и на автомобилях. Потому что все-таки вот в экстремальной ситуации, то, что они показывают на поле, вот это свое искусство на мотоцикле, то же самое здорово ездят на автомобилях. Автомобили сейчас практически в каждой семье по 2-3 автомобиля. Это раз. Во-вторых, все-таки ребята, которые прошли школу мотобола, вот у нас в «Металлурге», вообще в мотоболе есть три категории спортсменов. Это юноши с 8 до 16 лет, юниоры с 17 до 22 лет и потом уже взрослая команда. Вот в «Металлурге» есть все эти категории. И дело в том, что ребята, которые вот прошли вот эту всю от юноши и до взрослой команды, они наверняка, как я всегда говорю, умеют все. Пользуясь случаем, клуб «Самоназванные братья» хочет пригласить всех поддержать мотобол отечественный, потому что поистине зрелище зажигательное и весьма увлекательное. Милости просим всех, приезжайте, приходите, занимайте трибуны и наслаждайтесь игрой.